И желание, и стремление чему-то учиться, устроиться на хорошую работу, но иногда не хватает компетенции, да, чтобы правильно себя подать и правильно себя оформить, преподнести, что играет, конечно, немаловажную роль в твоей личной жизни. И как раз данный проект эти компетенции воспитывает. Как здорово быть вам сейчас в этом зале. Вот мы общались и позавидовали вам, что в свое время нас никто ничему не учил. Мы сами проходили, набирались опыта, и сейчас имеем возможность этим опытом поделиться. Зависть, честно, присутствует. Когда есть возможность научиться, и вы пришли самовольно это сделать, вас не попросили. Это на самом деле очень здорово. И поймите один простой момент. Самообразованием заниматься можно, но если нет здоровой конкуренции, то интереса в саморазвитии такого большого его не будет. We'll be right back.